Сегодня 7 апреля, Всемирный день здоровья. Появилась такая задумка с нашими друзьями, там, Тимофеем Нагорным, с Украинским фондом волонтеров, провести такую утреннюю зарядку, показать, что КПИшники не только самый технический вуз, самые такие умы нашей страны, но еще и самый спортивный вуз, и делают утренние зарядки, и так празднуют, пропагандируют здоровый образ жизни. Проходило мероприятие «Стан». Я хочу сказать огромное спасибо фонду волонтеров Украины, которые действительно огромные умнички и несут массы очень важную вещь, это как спорт. День начался хорошо. Заряд бодрости на целый день. Вместе мы сила, будем вместе заниматься спортом, это круто. Спасибо большое за такое классное мероприятие Тимофею Нагорному. Сегодня спортивный тест активности нации среди студентов. Сегодня Всемирный день здоровья. Мы понимаем, что нужно объединять детей, чтобы те, кто занимается спортом, вдохновляли своих сверстников, чтобы они показывали, как важно уделять в наше сложное время физической культуре и двигательной активности. Объединяйтесь ради будущей страны, ради наших детей. Всем всего доброго!